Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман и моего творчества. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в последней серии проекта «Холостячка». А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего, за кого вы болеете. А в последней серии нас ждет знакомство с родителями Ксении, а также по одному свиданию с парнями. С Алексеем будет замечательное акробатическое свидание, а также будет экстремальное свидание с Эллертом. И как бы это ужасно ни звучало, но Ксения выберет Эллерта. Хотя, конечно же, Алексей лучше, у него лучше семейные ценности. Но девушка с ранимой душой выберет мужчину, который продолжит ее ранить, к сожалению. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше всего. И помогите мне, пожалуйста, собрать на курсы режиссуры, потому что я очень хочу стать режиссером. Номер карточки под видео. Буду всем благодарна. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!